Цирк марионеток. Окей, пацаны, это эпично. Не, на русском не звучит. Самое недооцененное аниме осени, возможно, совсем не случайно. Постер, название, тематика, премис, в его сторону ничего не работает. И все же годно, интересно. Снято красиво и динамично, боевка прекрасная. Какая-то дико странная тематика с марионетками. Я даже не знал, что такая тема в принципе может быть экшеном или реализовываться в аниме. Но звучит-то интересно. И советовать посмотреть имею полное право, мне зашло. Болезнь одного из героев вызывает кучу вопросов, правда. Каким образом он в принципе жил всю жизнь, если на него по КД вешают удушение? Пока это не объяснили, можно только теоризировать, что я, конечно, люблю, но честно. Обращать на это внимание даже не хочется. Просто смотришь себе интересную историю, слушаешь годный опенинг, ждешь продолжения, и все замечательно. Будешь еще и чувствовать себя особенным при просмотре, потому что о нем даже Гигук ничего не сказал. Underground, I'll keep on having this dream inside.